Всеми хай, с вами я, Майн, вы на канале Майн Гейминг, со мной сегодня Шевдон. Здорово. И мы продолжаем играть, проходить Escape the Backrooms, сохранение, которое у нас было на стриме, отель. Так, на чем мы остановились, напомни-ка мне, пожалуйста. Вот то, что мы вот эти начали заполнять, тут надо посмотреть, какие тут вроде бы... Какие по комнатам и составить слово, если не ошибаюсь. Да, а есть у нас фонарик? Фонарик? Сейчас... есть у нас фонарик, да, есть, у меня есть фонарик. Так, 7. Давай я запишу. 211. Ага. 213. Ага. И 207. Угу. Все, три комнаты? Да. Так, предлагаю пойти искать. Что так, это? Я возьму фонарик, пожалуй. Мотыльковое желе. Ты будешь мотыльковое желе? Нет, не буду. Так, куда слушай, ты не забывай то, что здесь бродит один черт. А, ты со мной, что ли, испугался? Да. Аккуратнее. Подожди. А я... О, у тебя 217 было? 217? 217 нет, не было. А, вот 217, 218 нам не надо. 213, 207 и 211. 213. Так, тут тупик, здесь нечего делать, возвращаемся. Да. Надо было направо идти. Опять же, стримили мы когда? Больше месяца назад, я уже не помню, что здесь по сохранению. Ой, где-то да. Что-то я запутался. Да, я тоже тут запутался. Так, 210, не надо нам выделить. Нет. Что здесь? Давай направо, я сюда. О, 207. Нашел. Давай. А как открыть? F. Так, и где... А, вот, вижу. Так, P или D? Это скорее P, хотя не знаю, ладно. Учтем. Так, получается 207 у нас есть, 213 и 211 осталось. 213 и 211. 205. 205, 208. Ой. Да, они же не хавают, нет? Собака! Пес. Аккуратно. 213, да? 213, 211. Его можно фонариком дезинтегрировать. А, ну все. Так, 203, это нам не надо. Давай вместе держаться тогда. 200. Так, еще... А, вода есть, прикол. Сок. 221. Сейчас я выпью минералочки, миндальной водычки. И минералочки в бутылке. Так, а типа, они от сока и от какой-то фигни начинают так быстро бегать или ой, чего? Ой, я не это знаю. Ну, типа, энергос. О, дверь открылась. Какая? 223 вроде бы. Ну я ушел уже. Чеп, тип, беги, надо прятаться, братан. А у меня стамина. Ё-моё. Шкаф вроде, да? Да. А нет, да, он просто дверь закрыт, и все, он не умеет открывать. А, ну я в шкаф спрятался, ладно. А, ну он ушел уже, все. Ой, а, Рил, нифига себе, может. Да, можно прятаться. Так, укай. Сюда. А чё там? А, ну придаст, это комната обычная. Ну да. Он далеко не ушел. Это что это типа лабиринта? Так, стамину держим. Наготове. Там собака. Ну пофиг. Идешь нафиг. Ну может уйдешь, нет? Пес, вали отсюда. Он меня схавал. А чё так? А я не знаю. А чё, я свечу фонариком, он подбежал ко мне. Ой! Беги! Ко мне этот человек бежит. Ну, вроде ты успел. Да, я успел. Да. Так, но он вышел из комнаты уже. Может, уже переночнем? Прямо с самого начала у нас же это... Или сохранение? Не, листовки сохранятся. Давай, переночнем. А типа вот это, только единственная листовка не сохранится, которую мы подобрали. Такая позитивная музычка. Так, короче, я направо сразу пойду, ладно? Или, подожди, какой мы там, вроде бы, какой мы там актив... 207. 203, не, 207. Это какая? 207. Не, не кладется, обидно. Так, побежали. Что у нас здесь? 235. Так, нам надо найти 207. Соком добавляет 200.
210 вроде бы, нет? 211 и 213. И 207. Да. Давай, беги пока 207 поищи. А, ну так, здесь 207 не будет. Она слева там была. Нет. О, я бабочки нашел. Ой, собака. Это 200-я. Так, я к тебе побежал. Окей. Бабочка, это значит на пути. О, 207 нашел, все. 207 нашел. Окей. Это мотыльки. Это мотыльки. А, мотыльки. Так, не, возвращаемся, да. возвращаемся. Здесь мы уже все прошли, здесь не было ничего. На всякий случай, давай дверь откроем, чтобы, если вот этот челик появится. Так, нам сейчас направо надо будет уйти. Играть ночью в хоррор, это мне кажется. Ну, кстати, да. Сколько у меня? У меня без 16,2. Если что, инфа для субскруберов. У меня без 12... Сколько? У меня без 12,2. 12. Ой, меня... Господи, уже совсем крыша поехала. У меня без 16,12. Понял. Так, что-то тупик, подожди, непонятно. Тамину копи. Это значит, в какой-то... Нет, там ничего нет. Окей. Okay. 202, 201. Так. И куда тогда нам? Беги! Я услышал excuse me. Я понял. А ты умер, да? Да, я умер, напал. Да пока иди положи листочек, иди. В 207. Нет, 207 это сверху. Подожди. Это сверху справа. А, вот это? Все, да. Положил. Теперь можем рестартиться. Давай. Оно там сохранится вроде бы. Сейчас и проверим, что-то у нас пока что не получается. О, сохранил. Подожди, а куда? Открой. А что так? Оно закрылось. А, оно снизу. А, вот, да. Нам у нас осталось две комнаты. А посвети. А, фонарик. Мне нужен фонарик. Ну, подбери. Слушай, я не знаю. Подожди, так, мы 200, ключ. 200. А, тут код какой-то. А, подожди, это чтобы выйти отсюда. 218, 213. Так, ты куда пошел? Я налево, короче, пошел. Понял, я. О, кстати, можно бежать по вспышкой, типа, мы тогда быстрее будем бежать. А, окей. Так, 292. Подожди, мне кажется, мы должны найти какой-нибудь ключ. 210 нам не нужен, да? Не-не-не-не. Почему не сделать, как в обычных отелях, все типа, ровно? Ну, хз. Слушай, мне кажется, нам ключ надо будет найти. Для того, чтобы какие-то двери же закрыты. Да, сработал, залетаем, заходим. Отлично. Третий код, короче, ура. Был. Ребят, в комментах не хейтить то, что мы скипнули этот уровень, потому что, ну, простите, типа... Простите, просто мы бы тогда ничего не нашли. Да, тут вдвоем бегать, Unreal, термометр. А, у нас, короче, котельная следует. Котельня. Так, это что? Это что за бумажка? А, найдите выход, окей. Опять лабиринты? Так. Спасибо. Не люблю лабиринт, честно. Так, слушай, тут, надеюсь, предметы будут, потому что у меня вообще ничего нету. Тут опять эти... Могу тебе фонарик дропнуть? О, если лишний есть, было бы супер. Не, у меня лишнего нет, только основной есть. Основной не надо. Ой, я сам уже запутался. Здесь прям реально лабиринт. Ой. Я надеюсь, тут никого не будет, кстати. Ой, тут жарко. 700 градусов. Ой. Меня кто-то украл. Слушай, давай я прочитаю про этот уровень. Уровень котельная. Вы появляетесь перед столом, на котором стоит термометр. Он вам понадобится, поскольку вы сможете увидеть опасность и без него. Существуют на этом уровне гигантские мотыльки. Когда рядом с ними ваш экран начинает нагреваться, вы можете присесть, чтобы обойти их. Здесь есть сложные двери выхода. Они выделены теплом, но вы должны найти настоящую. В основном путь довольно линейный. Пробирайтесь мимо монстров, и вы доберетесь. Короче, доджить их никак не получится.
Я уже нашел, где дохрена градусов, опять нашел. Что тут будет, если сверну? Это вентиль, это спасает от насекомых. Окей. Пахнет как спрей от насекомых. Окей, я. А, вот мотылек, я вижу его. Он тебя сейчас съест. Фух, я успел, я успел, я успел, я успел, я успел, я успел. Слушай, ты хотя бы одну дверь находил? Нет, я просто типа побежал. Вот, точнее, ты активировал этот рычаг, меня съел этот мотылек. А, еще один мотылька нашел, еще одного. Они не вечные, мне кажется. Maybe. Маленьких мотыльков вижу. Ой, маленькие. Но они страшные, конечно, пипец. Кстати, когда тебя съедают, то они тебя уносят и, ну... Прикол. Я на начало вышел. Да, я видел. А ты как видел? Тебя убили, что ли? Ну, как бы я с тобой слежу. Как ты за мной следил? А, давай РХ тогда. А, ладно. А ты что думал, типа, то, что... Не, мы сейчас одни не найдем. А смотрите, а как включить этот термометр? А он работает, он так и так работает. Когда ты подходишь, там больше градусов становится. То есть 32, е. У меня 72. А, 72, да. А, это F, а не E. Короче, в принципе, уровень максимально простой в понимании, но искать, ходить, вот это, конечно, но максимально сложное в воплощении. Ну да, да. Ну тут, по сути, с каждым уровнем все сложнее и сложнее. Мотылька нашел. Ой, я вижу. Ага, здорово. А чё ты нагинаешься? Ну, типа, там же можно было приседи их обходить, нет? Подожди, давай перечитаю. Да, да, можно присесть. Слушай, тогда, наверное, можно к этим мотылькам сходить большим, чекнуть, чё как. Ты ой, я дверь нашел. Ой, тут жарко. 140, офигеть. Ну это реально, это фейковая дверь, это фейковая дверь. Мотылёк, мне кажется. Но в нее даже зайти нельзя. Понятно. О, еще нашел. О! А чё за кишки? Yes. Подожди, 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 присесть. Иди сюда. Видишь? Смотри. Я говорю, это... Я вижу. Меня сюда и понесли. А сюда нам надо? Нет. Сюда нам не надо. О, да, дверь. Эти здесь спят. Подожди, там дверь, там проход, иди дальше. Этот? Да. Ай, так неудобно прям вообще на контур, у меня контур зажимаю прям. В принципе, можешь встать, я думаю. Мне кажется, нет. Ну а чё, он сагрится, ты опять сядешь, он вроде должен успокоиться, по сути. Да, все, окей. Опа. Так. Ну, что-то непонятно. Куда вообще прибежал? А, хрен его пойми. О, мотылек. О, нифига себе. По факту, хочешь прикол? Да. 19 уровней в Escape the Backrooms. А мы сколько пошли? А это 8-й. Весело, классно, прекрасно. О, вон дверь, сзади. Где? Вон сзади дверь. А, это? Надеюсь, что не фейк. Фейк. Жалко. Да. Слушай, ну я уже прям так запутался, что я уже хз. Мне кажется, сейчас опять к началу случайно. Да, реально, я иду на начало. Да и оперный театр, я хожу кругами. А, надеюсь, что-нибудь, да. А я на начало вернулся. Как так? О, я тебя нашел. Петь, молит светил. О, испугался, я думал, тут сотрудник. Не, это я. Документы предъявляю, видишь? Предъявляю документы тоже. Да. Так, это мы где опять? Да, опять на начало вернулись. Не, подожди, если мы так часто возвращаемся на начало, значит, не такая уж и большая котельная. Ну неужели... Нет, там, помнишь, там еще часть была? По правой стороне? Ну да, помнишь, типа, вот эту большую часть я находил? Помню, как туда пройти, вот этого не помню. Я опять вернулся на начало, что за дичь? Да хватит возвращаться уже. Да я не знаю, в чем прикол, я наоборот пытаюсь уйти.
Существует еще кроме начала? Конец. Конец, да. И середина. Вот почему эти комары здесь завелись. Почему здесь в этих историях не рассказывается, типа, что случилось? Да я не знаю. Не, подожди. А все ли двери фейковые? Да, это фейковые, которые здесь я вижу. Мне вот это вот не нравится. Вот иди сюда, смотри. Как будто дверь. Сейчас, подожди. Где ты? Вот, как будто дверь. Но нифига не дверь. Да ну, тут нет никого. Это как будто дверь, но как будто да, не дверь. Да, ну как будто не дверь. Может, дверь в стене, я не знаю. Нет, вроде. Да нет, что-то нажимал по... А здесь что-нибудь есть? Кстати, оказывается, эти мозги... А, это фейк. Подожди. Фейк дверь, открытая. Тихо-тихо-тихо, я сижу, успокойтесь. Ну, по сути, прохода, да, некуда. Это, типа, реально фейк. Ну, ладно, фейки открытыми оставляем. Да, давай будем оставлять их открытыми. Так, окей, одна фейк-дверь есть. Давай прям по всем пройдемся. Тихо-тихо-тихо-тихо, я сижу. А! Он меня унес. Капец. Давай. Капец, это громко было. Но я же присел. Это странно, ладно. Еще это музыка просто такая играет. Офигеть. Да, вот это. Как будто кто-то вот этот на поезде качает что-то. Да, и как будто еще бегут. Вот, короче, вон там слева дверь. Так, я опять нашел эту фейк-дверь, да? Вот прям случайным образом наткнулся на нее. Ну, давай. О, да. Я нашел! О, ты вернул? Да. А где это мы? Во, да. Типа сохранялка. О, повезло, слушай. Короче, я наткнулся случайно. И где, и куда? Во, нет. Или да. Ножка большая. Прям не смотришь прям. Вниз смотреть зачем? Нет, ты прям вниз смотришь. А, ты тоже у меня вниз смотришь. А, не, хоть я смотрю вперед вообще. Так, тупик, не туда. Здесь я уже втыкался. Сейчас, короче, попробую найти. Тихо, ты что за мной летишь, не надо. Во, вот это я нашел. Вот туда надо. Фух, а я уже это, я уже немного это спать хочу, уже засыпаю. Время 20 минут третьего у меня нормально, да. У меня 20 минут первого. Угу. У нас там 2 часа. Тише, не надо. Так. А, не здесь, вроде. Тупик. Назад посмотри, там сзади. Тупик. Вот, вот сзади, это? Сзади, слева точнее. Не, слева, слева, не назад, назад. Я понял, да. Ну это справа. Да. Чё-то, не, вроде он не сюда шёл. Так, тихо. Или это за стенкой? За стенкой, походу. Лава есть. Опа. Что-то. Я посмотрю, нет ли там комара. Есть, вон. Есть, большая. Вот, не здесь случайно ли? Ну, что-то не припомню. Нет, тут вообще ничего нет. Зря зашел. Ща, ну короче, где-то здесь надо поискать еще. Ну и опять же, я тут уже проходил. Иду еще раз, считай, да. Ну, сейчас справа будет мошка. Мошище. Нет, не будет. Что-то новенькое. Опа. О-о-о, вот это я буду. А, это мы начали. Так я уже какой раз этот стол вижу? Но это уже другая комната. Ну да. Я размазанный.
Так, туда мы прошли, там тупик, понятно. Так, подожди. Уже была эта тема, вроде. Большая. Нет, там нет. Будь здоров. Спасибо. Да, я здесь уже был. Да. А, зашибись, это тупик. Короче, давай РХ. Так, сейчас смотрю по видосу, куда он идет. Пойдет прямо и направо. Нет, он прям прямо, пошли прямо за мной. А, да, вижу. Все, он вот заходит. Это, не, да, не вставай, не, это за мной, да, не вставай, потому что там типа еще есть. Мы не профи. Да, вот где-то здесь. Вот выход, брат. Мы его нашли. Открой, открой. Все, погнали. Ура! Мы нашли его по видосу. Наконец-таки. Не судите нас, пожалуйста. Вот эта темка у нас уже была, по сути. Ну да. А, звуки какие-то, я не знаю, что это. Нет, просил тебя, ты чё? А, слушай, свет побежал, заканчивается, свет заканчивается. Сейчас орать будет херня какая-то. О, фонарик. Возьми, плиз. Все, подожди, дай я в руку положу себе. И сейчас их здесь... Свети. Ой-ой-ой. Бежать да надо. Это не это, это вот это. Это газ. Ну, газ, понятно. Да не беги, я не вижу ничего. Там свет. А, ну да. Сзади, 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 беги. Скорее всего, резко направо надо будет. Ну, скорее всего. Позади. А, вижу, да. Догоняет. Ну, меня догонит она. А, нет, успели. Фу. О, это Китти. Эти стелы кажутся полезными. Я могу спрятаться под ними, если что-то за мной погонится. Ну, Торики? Факт. Нормально. Так, ну что? Я считаю, этот ролик получился очень успешным. Надо на этом ролике закончить. Надо это отметить. Надо это отметить. Давай сядем за стол. Посмотри, посмотри, давай, давай, давай. Давай под стол, давай. О, подожди, я сел за стол. Вот. Все вот так вот официально садимся. Да тоже я не с первого раза запрыгнул. Ладно, не суть. Ребят, время. Надо выпить за это. Надо выпить, у меня ничего с собой нету. У меня есть. Давай, кидай. Да, я уже выпил. Блин. Пол третьего ночи. За это... А, я умер. Каким образом? Выпил это. Что именно, вы из бокала? Не, не из бокала, а бутылка воды. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, любите лайк. Если не понравилось, дизлайкните в комментариях. Баташенька или получилась ссылочка на телеграм-канал в описании. Всем пока!